Владислав Бобровский. С мячом. Пас Данилу Севастьянову. Севастьянов получает банан разыгрывающего команды Спарта БГТУ. Владислав Бобровский делает проход. Забивает два очка. Дмитрий Лисицкий отдает Иванову Андрею. Савкин Евгений. Дальний бросок. Идет долгая борьба. Иванов Андрей. О, Иванов Андрей забивает. Уже в активный прессинг. Дмитрий Лисицкий с мячом. Делает проход и забивает с фолом. Спарт КВТУ. Ребята начинают разыгрывать атаку. И как я говорил, ребята из Спарт КБГТУ раскидывают мяч по дуге. Переводят на Захарова Александра на трехочковый. И Захаров Александр попадает на четверть. Последний промежуток этой встречи. Кохаджалидзе Эдуард. Дальний бросок. Иванов Андрей подбирает. И ребята из технолога не спеша выводят мяч. Владислав Бобровский сразу делает трехочковый бросок и попадает. Это второе уже попадание от Владислава.